Хотите вернуть переплату за коммунальные платежи? Пишите заявление в Мособлогиирц. Точно мы знаем, что есть переплата у 23 тысяч клинчан. Вот. Переплаты там разные, ну и от 200 рублей, и свыше 2 тысяч. Парк поколений, фруктовый сад и липовые аллеи. В субботу Клин поддержал областную акцию «Лес Победы». У нас будет красиво, они вырастут, здесь будет зелено очень. Очень рада, что липа, это очень красивое дерево, оно мне очень нравится. Чем помочь деловым людям? В неформальном диалоге этот вопрос обсуждали бизнесмены и районная власть. Берите деньги у государства, берите деньги у правительства. Мы только заинтересованы в этом. Сейчас не отбирают у вас, отдают. Бери, возьмите. Гордость и надежда Клинского района. Детский форум собрал самых талантливых и одаренных. Каждая грамота уровня школьного, муниципального и областного имеет свои баллы. И по рейтингу те дети, которые набрали наибольшее количество баллов, оказываются в списках участников форума.